Всем привет! Очередная распаковка, очередные посылки, которые буквально на днях получены. Все посылки заказаны у разных продавцов. Ссылки, кому интересно, будут в описании. Здесь у нас ратлины. Продолжаю я готовиться к весеннему сезону, к сезону открытой воды. Будем ходить, будем пытаться ловить рыбу на китайские приманки. Что в этих посылках? Ну, сейчас покажу. Приходят все в желтеньких пакетиках, в моих любимых. Пакетики с пупырками. Внутри упаковка. Здесь ратлин, фирма MM Long. Продавец хороший, продавец общительный. Писал мне несколько раз, спрашивал, получил, не получил. Все ли хорошо, все ли устраивает. Действительно, ратлины сделаны отлично. Вот именно вот этим. Супер исполнение. Так вот покажем. Внутри сделан под плотвичку. Все петли проклеены, нет ни зазоров, ни потеков краски, крючки крепкие и острые, самое главное. Ратлин длиной 5 сантиметров, даже сейчас можно так показать, 6 сантиметров, но написано 2,5 дюйма и вес 7 грамм. Весы подготовил. Сейчас мы это дело посмотрим. Восемь с половиной грамм. Ну, соответственно, ратлин тонущий. Внутри погремушки. Раскраска отличная. Так что будем ловить рыбку. Но вот этот ратлин, он достаточно дорогой. Он стоит порядка там, 200 рублей, что ли. Ну, ссылку дам, там уже более точнее можно будет посмотреть. В отличие вот от этих ратлинов, которые здесь... Ну, я сейчас все покажу, тут наборами они идут. Вот такой ратлин. Берем, берем. Вещь хорошая. Так, идем дальше. В сторону. Так, вот здесь. Вот здесь тоже хорошие ратлины. Это не наборы, это продаются отдельно, по одной штуке. Фирмы нет. Тут у меня три более крупных, более тяжелых. Вот они. И два поменьше, полегче. То есть вот эти ратлины у нас длиной 7 сантиметров и вес 16 грамм. Эти тоже 7 сантиметров, но вес по 11 грамм. И все. Собственно, пакетики. Хорошо упаковано. Претензий упаковки нет. И точно так же исполнение. Покраска отлично. Здесь вмятинка на носу, она так задумана у всех, наверное, для более интересной игры, для создания колебаний в воде, для привлечения внимания хищника. Точно так же, отличные крючки, не разгибаются, разогнуть не могу, острые, петельки тоже проклеены. Цвет такой. Цвет у нас 11 грамм. Даже для верности мы можем это взвесить. Да, 10,9 показывает. Ну, весы наверняка с погрешностью с какой-то есть. Поэтому можно считать, что все верно. 11 грамм. Стоят порядка 100 рублей штука. Опять же, ссылка в описании, там покажу. Можно посмотреть, сколько будет стоить на данный момент. Тем более сейчас доллар подешевел. Будет еще дешевле. Сейчас так распечатаем, покажу. Это у нас зелененький, кислотного цвета. А. Смотрите, он краска на руках остается. Либо это грязь, либо это краска. Нет, все-таки грязь.
Я уж испугался. Это грязь, остатки, это не краска слазит, а остатки покраски как-то высохшие. Все, конечно, хорошо. Нет, краска не слазит, а что я уж испугался. А, отлично. Ну то же самое, все проклеено. Петли без зазоров, не клеить, не менять, ничего не надо, ни крючки. Вот самый уловистый раплин по отзывам на Алиэкспрессе. 17 грамм, 7 сантиметров. Вот именно вот такого голубого цвета с золотистой мордой. И красными глазами. Он тоже. Это пыль просто. Это не грязь, это пыль такая. Наверное. Тоже все проклеено. Ни косяков. Ни косяков, ни проблем. Вот уже симпатичная ратлинг. Зеленая спина и белая золотистая брюшка. 17 грамм. Погремушка внутри достаточно тяжелая система. Красавчик зелененький. Надеюсь, они меня порадуют весной. Вообще, все лето планирую посвятить именно китайским приманкам. Что, смотрите, буду выкладывать рыбалки, буду показывать, как это все будет происходить. В описании к этому видео размещу ссылку на блог. Там сделаю хороших фотографий, выложу каждого ратлина. Так что можете посмотреть. Ссылка в описании. Вот он, ну и третья посылка. Это уже набор для ультралайта, это легкие приманки. Длина у них 5 сантиметров, вес 6 грамм. Они продаются наборами. Фирма Хенгла какая-то. Что тут китайцы, я с английским не дружу. Fishing Lure модель. Линия рыболовная. Ну, точно так же. Вот их 8 штук в наборе. Набор стоит порядка 200 рублей. Вес сейчас уточним. Вес одного 5,5-5,6 грамм. А длина 5 сантиметров. Ну, как сказал, 5 сантиметров, 6 грамм почти. Тоже сделаю фотографии. Ссылка будет в описании на блог. Можно будет посмотреть, увидеть. Приманки легкие. Сейчас заказал еще спиннинг с катушкой для ультралайта под кастинг. Как придет, тоже сделаю маленькую распаковку, обзорчик, покажу, как это выглядит. Ну и потом уже буду снимать рыбалки, как это. Как это все будет происходить. Не распечатать. Значит, вот набор. 8 штук. Разных цветов. Зеленый с ярким брюхом. Зелененький тоже с золотистым брюхом. Есть прозрачный. Вот там видно погремушки, две дробинки. Так вот покажу. Там две дробинки катаются. Они достаточно хорошо гремят. Вот такой вот наборчик ратлинов я себе приобрел. Как видно из всего того, что я показал, вещи это достойные, достойное внимания. Особенно в условиях нашего кризиса. Стоят достаточно дешево, что можно приобретать, ловить. Обзоров, демонстраций на YouTube уже полно. Люди покупают, берут, на них ловят. Смотрите, думайте сами, если
Есть лишние деньги, есть желание, можно идти в фирменные магазины покупать аналоги за 1000 рублей штука, а потом беречь их и бояться, что оторвешь, потеряешь. Либо взять у китайцев, тоже в достаточно хорошем исполнении, красивые, тяжелые, игривые и тоже уловистые приманки. Ну, тут каждому свое, каждый как думает, так и делает. В принципе, на этом можно заканчивать. Ратлин и Вот. Ссылка в описании будет на блог и на продавцов. На блоге размещу фотографии, характеристики этих ратлинов. Можно будет все посмотреть, сделать собственные выводы. Ну и смотрите, буду выкладывать. У нас буквально немножко осталось до открытой воды. Буквально еще пару недель, и можно будет выходить на воду, уже пробовать, ловить. Смотрите, думайте, решайте. На этом все. Спасибо, кто смотрел. Удачи, и ни пуха, ни пера, ни хвоста, ни чешуи.